В этом году Всемирный мобильный конгресс не состоится. Организаторы решили отменить мероприятие, которое обычно привлекает в Барселону до 100 тысяч посетителей. Они опасаются распространения китайского коронавируса. Кроме того, многие крупные корпорации из-за эпидемии ранее отозвали свои заявки на участие. Торговая ассоциация GSM, которая организовывает мероприятие, объявила, что конгресс был отменен, несмотря на заверения местного министерства здравоохранения о безопасности конференции. Конгресс был запланирован на 24-27 февраля. Между тем, эксперты отмечают, что коронавирус окажет огромное экономическое влияние не только на Китай, но и на другие азиатские страны. И на восстановление потребуется до полугода. Некоторые китайские компании сказали СМИ, что начали восстанавливать бизнес. Но я думаю, что на это потребуется время. Может быть, квартал, а может быть и два. Из-за эпидемии выходные в Китае на китайский Новый год продлили на 10 дней. Это означает, что многие предприятия и компании не работали. Это оказывает влияние не только на экономику Китая. И мы говорим не только о промышленных компаниях, а также о сегменте розничных продаж, об отелях, ресторанах и так далее. Мы видим, что последствия будут, особенно в материковом Китае. И они будут проявляться не только в первом, но и во втором квартале. Это может уменьшить рост ВВП Китая на 1%. А министр финансов США отметил, что коронавирус не окажет долгосрочного влияния на американскую экономику. Влияние будет только в 2020 году. То есть коронавирус не повлияет на рост экономики в ближайшие 10 лет. Ситуация с Boeing тоже не повлияет. В среду число смертей от коронавируса в Китае резко возросло сразу на 255 человек. В целом, по официальным данным, их уже более 1360. Предполагается, что власти Китая стали применять новый способ выявления вируса с помощью рентгена. По мнению экспертов, это может указывать на то, что ранее многих погибших не учли, и что жертв эпидемии может быть в десятки раз больше.